Приветствуем вас на заключительной игре для нашей команды. Встречаться мы будем сейчас опять с очередной командой КАМАЗ на Кубке КАМАЗа. Появились команды на поле. И стартовый состав нашей команды. Юнусов в воротах, Чугунов, Холкин, защита. И атакующие три игрока у нас: Кульбарисов, Наборщиков, Шакиров. Свисток. И матч начался. Ну, по сути, мы сейчас играют команды за 3-4 место, наверное, судя по турнирной таблице. Наборщиков по левому флангу сейчас. Хорошая передача на Кульбарисова. И Кульбарисов напрягает вратаря. Начинается атака, наши игроки. КАМАЗ будет водить мяч за боковой. И оставляют сейчас все мяч. Удар Юнусов. Юнусов вступает в игру. Хорош. Сейчас реакцию показал Амир. И дальний неточный удар исполнен КАМАЗа. От ворот. Чугунов не срезает. Сейчас у него мяч. Шакиров. Удар. Амир. Юнусов вступает в игру. Здесь розыгрыш на Холкина. Наборщиков. Здорово убегает сейчас Наборщиков по левому флангу. Первой угловой сейчас будет исполнение команд «Строитель». Подача Наборщиков. И сейчас чудом просто Наборщиков не попадает в пустые ворота. Прощает сейчас оплошность вратаря. Смотрел утром, смотрел. Что-то как-то вообще мне... Кого? Ну, хорваты когда играли. Да, ну что-то как-то это. Свисток. Штрафной удар сейчас будет. Команда КАМАЗ. Я
Кульбарис в шакер, он сразу прессингует. Дает наборчиков сейчас. Нанести удар. Сольный проход. И КамАЗ открывает счет в матче. 1-0. Смена в команде КамАЗ. Наборчиков с мячом. Не точно сейчас будем делать передачу на Кульбарисова. Чугунов проигрывает, сейчас неправильно занял позицию Родион. Винус спасает положение. Наборчиков. Главой зарабатывает сейчас Наборчиков. Подача. Чугунов сейчас проигрывает позицию. Шакиров возвращается. Перевод в центр. Кульбарисов. Не понял, сейчас с Чугуновым друг друга. Юнуса вступает в игру. Шакиров. Неточная передача пяткой. Наборчиков мяч подбирает. И уходит в забег. Сейчас Дмитрий опять. Нет, далеко отпустил мяч. Появляется вторая пятерка у строителя. Маштаков, Катаулин, Тихонов, Миронов, Каверов. Ой, какая хорошая передача от Катаулина на Маштакова. Маштаков удар. Пожадничал сейчас откровенно Маштаков. Тихонов был один. Все-таки принял решение Данил сам наносить удар. Подача углового. Аут в пользу команды строитель сейчас. Миронов. Передача на Маштакова. Катаулин.
Тихонов сейчас в подкате стелится и выбивает мяч. Штрафной в пользу команды «Строитель». Нет, в пользу команды «КамАЗ». Тихонов добегает все-таки до мяча. Передача штрафную. Гатаулин. Удар. Гол. 1-1. Гатаулин и Вес сравнивает сейчас счет после великолепной передачи Тихонова Тимофея. Ничего не оставалось Гатаулину, кроме как забивать. Мяч покидает пределы поля. Мангулов появляется. Марат на поле на правом фланге вместо Тихонова Тимофея. Дальний удар. Янусов сейчас фиксирует мяч. Появляется первая пятерка в центре вместо Шакирова. Катиатулин появляется. Спокойная игра сейчас такая, перестрелка началась, обоюдная. Хороший заброс. Мы начали вратари уже. Аут в пользу команды «Строитель». Наборщиков на Гатиатулина. Гатиатулин сразу переводит на Кульбарисова. И Холка неточную передачу сделает. Thank you.
Можно играть. Наборщиков по правому флангу. Передача. Сейчас рефери останавливает игру. Ну вот она проблема того, что игроки КамАЗа играют без щитков, без защиты. В игровом моменте достается. Шакиров появляется на поле. Вместо Гатиатуллина. Сейчас фол, опять очередной фол на Кульбарисове. Первая пятерка довольно-таки высоко прессингует игроков КамАЗа сразу. Чугунов у мяча. Чугунов может пробить. Разбег, удар. И прямо на перекладине сейчас мяч пролетает. Угловой. Касание игроков КамАЗа фиксирует судья. Подача. Чугунов, еще удар. И надо сейчас возвращаться быстро домой. Борис Шакиров пытается в стенку. Ну и опять неточный удар в исполнении КамАЗа. Колкин увидел Шакирова. Шакиров здорово сейчас разворачивается. Отличная, отличная задумка сейчас была. Перевод на левый фланг диагональный. Но успел защитник КамАЗа вернуться. И смена. Пятерки КамАЗа. Чугунов с наборщиком в стенку. Холкин через дом. Остается менее минуты в первом тайме. Счет 1-1. Наборщиков. Видимо, сокращаемся мы опять по времени. Потому что и так уже не успеваем. Первый тайм закончен. 1-1. Так, второй тайм начался. Шакиров. Дальний удар. Гол! В самом начале. Шакиров, Виталий. В начале второго тайма делает счет 2-1 в пользу команды «Строитель». Прессинганул он сейчас игрока КамАЗа. И не стал сближаться, в дальний угол положил. Низует сейчас. Не справляется с мячом, переводит на угловой. Подача очень сильно, не точно. Ну и это есть хорошо для нашей команды. Тесняет сейчас корпусом наборщикова. Холкин.
кульбариться, что-то из приемов ушу тэквондо решил показать. И кульбарис, есть возможность убежать сейчас. Удар, гол забивает кульбариса. Не поняли игроки КамАЗа сейчас. Решили делать пересменку и воспользоваться этим моментом. Ну, сами игроки КамАЗа решили делать смену, не договорившись. И в результате счет в матче становится 3-1 в пользу команды «Строитель». Хорошо сейчас Шакиров с Кульбарисом подловили их. Наборщиков выцарапывает мяч сейчас Дима. Чугунов. Ворот. Наборщиков перехватывает. Быстрый ввод. Кульбарисов. Хорошая передача на Шакирова. Шакиров мог убегать сейчас в очередной рандеву. Виталий. Шакиров удар. С этим ударом уже справляется вратарь. Чугунов. Хорошая стенка. Шакиров. Отличный перевод на Наборщикова. Сразу два игрока встречают Диму. Аут все-таки фиксирует рефери. Борисов уже получают предупреждение сейчас от рефери, что покинут поле. Наборщиков. Удар. И в последний момент касается игрока команды КамАЗ. Сдают нервы игроков КамАЗа уже. От тактики мелкого фор. Шакиров. Подача. Чугунов. Холкин. Смена в команде «Строитель». Штрафной удар сейчас. Реф, ну это красная карточка, уже удалять его надо отсюда. Нет, он разыгрывает, это выбивает мяч. За это предупреждение как минимум надо делать. Все правильно, ты ставишь штрафной за игру рукой. Наш игрок пытается ввести, он подходит, выбивают у него мяч. А где нарушение? То, что вот он выбил просто перед этим. Нет. Какой наш поставил мяч, разыгрывает. Он подходит, он подходит принципиально, выбивает мяч просто. Я не могу за Дегарского раздавать. Ну хотя бы надо словами их остужать. Он, ты же видишь, они уже дерзят, бегают. Ну так посади его на поле. Эй, на скамейку. Главой сейчас.
Гатаулин. Миронов. Передача в центр. Тихонов. Показывает судья все-таки аут в пользу команды КАМАЗ. Тихонов заброс на Гатаулина. Гатаулин. Вратарь сейчас. Зуев здорово сейчас головой на выходе играет. Зуев. Ну и надо сейчас защитникам включаться в игру уже. А, выбивают мяч сейчас за пределы поля. Тихонов здорово перехватывает сейчас мяч. Опять в команде КАМАЗ неразбериха по составу. Возвращаться, возвращаться. Агиров здорово сейчас прерывает передачу. Ворот. Первая пятерка появляется у строителя. Хорошая передача на Шакирова. Догонит Виталик мяч. Да, догоняет. Подача в штрафную. И вторым темпом заборщиков получает по ногам сейчас. Достается сегодня Диме со всех сторон. Ну, тут надо отметить, игроку КАМАЗа тоже досталось. Пожелаем в первую очередь здоровья, конечно. Сейчас медик забирает игрока КАМАЗа. Реф, так штрафной туда же был. Но. Иди. Кульбарис. Кульбарис, бей, что ты? Туда же реф свистел, ты что? Зуев. Реф, нашего же сносят, ты что? Рефери вообще потерял нити всей игры уже тут. Кульбарис в хорошей передаче на Наборщикова. Реф, ты посмотри игроков у КАМАЗа, сколько бегает на поле, блядь. Шакиров. Передача. Подходит матч. Уже у нас к концу должен подходить по времени. Холкин хороший. Удар. Чугунов.
Хорошая передача в центр на Холкина. Холкин дальше на Шакирова. Наборщиков. Проталкивает там Дима. Опять Диме достается по ногам. Но это игровой момент здесь. Абсолютно прав был вратарь. Да, продолжу, я слышу, говорит Дима. Шакиров перехватывает. В стенку с Кульбарису. Чугунов. КамАЗ убегает в контратаку. Удар Зуев. Превосходный сейв Зуева сейчас. Надо успокоить игру. Шакиров. Хорошая передача. Стеночка. И Шакиров. Нет. Возвращается. Кульбарисов. В пределах правил вратарь играл. Ну и, по-моему, по времени пора, нам уже заканчиваться. Наборщиков прокидывает. Не надо сейчас спешить. Шакиров с мячом. Ну вот я так вот уже не надо. Это уже не тот футбол, который нам нужен. Кульбарисов сейчас по ногам. И в штангу сейчас попадает. Еще один штрафной. Накалены сейчас эмоции. Напоминает, это за третье-четвертое идет сражение. Зуев здорово кулаком сейчас с головы снимает. Дальний удар. Нет, на себя принимают мяч игроки строителя. Зуев. Надо остудить. Остудить игру. Наборщиков бежит. Не спеши, не спеши, Дим, не спеши. Давай. Опять рефери даже не видит игру рукой. Холкин. Наборщиков. Подача. Еще раз. Подача. Сейчас надо бежать. Оставили опять одного игрока КамАЗа. Удар. Зуев. Второй сейв Зуева сейчас. Второй выход 1-1 забирает Артур.
Шакиров. Хороший перевод на Оборщикова, но нет сил уже у Димы бежать. Холкин не вовремя, сейчас потыкается. Чугунов. Шакиров. Шакиров сегодня везде успевает. Гатаулин. Главой, по-моему, сейчас должен быть. Нет, отворот. Главой. Какой пенальти? Там штрафной даже нету. Штрафной удар, да, заслуженно была игра рукой все-таки, надо признать, Чугунова. Спасибо реферю соседнего поля за подсказку нашему рефери. Удар, и стенка, опять Шакиров принимает удар на себя. И звучит финальный свисток. Поздравляю нашу команду с победой.